Приветствую на YablokTube. Сегодня я расскажу вам о твиках для добавления виджетов в iOS. Основное расширение, которое для этого нужно, называется iWidgets. По умолчанию он имеет два анимированных виджета, часов и календаря. Добавление осуществляется очень просто, достаточно задержать палец на любом месте спрингборда, появляется панель с доступными виджетами, следует выбрать виджет и нажать «Добавить». В режиме редактирования иконок виджеты могут быть перемещены на любое место на любом рабочем столе. Как видите, виджет календаря еще имеет несколько режимов просмотра. Расширить функционал iWidgets поможет расширение iWidgets Megapack. Оно добавляет возможность установить 29 новых виджетов на рабочий стол. Виджеты из Megapack добавляются в меню iWidgets и устанавливаются таким же образом. Помимо декоративной функции, виджеты могут нести и полезную нагрузку, а именно запускать нужные приложения. Для этого в режиме редактирования нужно дважды нажать на нужном виджете и выбрать из списка приложения для запуска. Чтобы запускать приложение с виджетов, необходимо установить Jailbreak Tweak iWidget Tapper. Из всех трех твиков он единственный имеет небольшое количество настроек. iWidgets доступен бесплатно в репозитории modmyeye.com. Он также проинсталируется, если вы будете устанавливать iWidgets Megapack, который можно скачать из репозитория Exalized бесплатно. iWidget Tapper также бесплатный твик, который доступен в стандартном репозитории BigBoss. Благодарим всех подписчиков нашего канала, а также тех, кто оставляет лайки и комментарии. С вами был Артём, специально для YablokTube. Пока!